В зале Центра культуры «Родина» собрались более сотни школьников старших классов. Для них эта встреча весьма актуальна, ведь совсем скоро начинается призывная кампания и набор в ряды вооруженных сил российской армии на срочную службу. Для большинства ребят служить или нет, вопрос не стоит. Самое главное – выбрать вид службы – год срочный, поступление в военное училище или контракт. В любом случае, этот выбор ребятам придется сделать осознанно, ведь от него зависит ни много ни мало будущее каждого из них. Если не отслужил по каким-то причинам и достиг 27 лет, значит, если незаконно уклонение от службы, то выдается вместо военного билета справка установленного образца, где написано, что незаконно уклонялся от военной службы. И вот министр обороны с 2014 года издал такой приказ, что выдается справка. То есть на работу ни в государственную структуру, ни на службу, никуда с этой справкой он не берется. Поэтому и много молодых людей стремится именно пойти в армию, что-то получить от армии, возмужать, как говорится, какой-то урок жизненный получить и, соответственно, уже выбрать свой жизненный путь правильный. Военком провел беседу с будущими выпускниками, познакомился с историей российских вооруженных сил, рассказал о перспективах выбора военной профессии, особенностях поступления и обучения в высших военных заведениях Министерства обороны, а также о правилах приема в высшие военные учебные заведения и о социальном положении военнослужащих. О преимуществах контрактной службы ребятам рассказал представитель Краснодарского высшего военного училища имени генерала Штеменко. Если судить с того времени, как и я поступал, что там особо, ну, в основном негативное отношение было к вооруженным силам, и зарплаты были маленькие, соответственно, и никто туда не рвался. Вот, ну, с каждым годом, там, ну, был период же, когда не было набора, вот сейчас видно, что люди прям стремятся пачками, там, приезжают, узнают, там, и вне поступления, вне сроков поступления приезжают, там, и мамы, и сами приходят, спрашивают, узнают, как, что, когда документы подавать, там, какие экзамены. Военная карьера вызвала живой интерес не только у юношей, но и у девушек. И пусть военными станут не все, но благодаря этой встрече каждый старшеклассник станет с уважением и гордостью относиться к людям в погонах. Ведь не зря говорят, что защитниками не рождаются, ими становятся.